Информационное агентство «Вологда Регион» и футбольная сборная «Вологды» подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Подписание документа состоялось перед началом первого матча 1/4 финала Кубка «Золотое кольцо» между футбольным клубом «Сдюшор Вологда» и ярославским «Шинником М». Подписи под документом поставили главный редактор информационного агентства «Вологда Регион» Дмитрий Погодин и директор «Сдюшор номер 3» Ольга Зыкова. С того момента, как в Вологде закрылась профессиональная футбольная команда, этому виду спорта, к сожалению, СМИ стали уделять меньше внимания. Тем не менее, это все равно остается вид спорта номер один. Им занимаются тысячи ребятишек в нашем городе. И вот есть практически профессиональная футбольная команда «Сдюшор Вологда». Мы видим по нашему информационному агентству, что интерес к футбольным новостям очень высок. И он растет, в общем-то, с каждым годом. Именно поэтому мы заключили это информационное соглашение о сотрудничестве, для того, чтобы рассказать жителям города о том, что есть такая команда, о том, что футбол в Вологде тоже есть, но и мы надеемся, что создание этой команды будет первым шагом к возвращению профессионального футбола в областной столице. В этом сезоне в состав вологодской сборной вошли игроки команды «Четыре сада» и перспективные игроки спортивной школы. Цели клуба в этом году более чем амбициозные. Поставлена задача войти в призеры первенство Межрегиональной Федерации Футбола «Золотое кольцо». Задача поставлена, в принципе, для клуба посильная. С учетом того, что к началу сезона мы подошли в хорошей форме, если нам не помешают травмы, я думаю, что мы поставленную задачу обязательно решим. В рамках соглашения информационное агентство «Вологда Регион» будет освещать не только матчи с участием футбольного клуба областного центра в чемпионате и Кубке «Золотого кольца», но и рассказывать об успехах юных футболистов, учеников спортивной школы.